старом Баку реально есть на что посмотреть. Здесь сохранилась почти тысячелетняя девичья башня, средневековый дворец Ширваншахов, северные крепостные ворота. Но почему-то все стремятся увидеть, попасть и упасть именно в этой кинематографической локации. А, вот тут есть фотоинструкция. То самое место из легендарного фильма «Бриллиантовая рука». Смотрим, в каком положении, значит, Миронов присел. И, пожалуйста, повторяем картину. Можете меня сфотографировать, пожалуйста? Черт побери! Ну вот, чтобы вы понимали, эти звуки раздаются здесь с завидной регулярностью. Туристы со всего русскоязычного мира приходят именно сюда, садятся и, значит, фотографируются. Конечно, можно было в Азербайджане и гранатным наесться. Но у нас же эксперимент. Нужно спеть местную известную песню, заработать на ужин. Все по-честному. Не заработали, не поели. Заработали, поели. Как называется гранат по-азербайджански? Нар, да? Нар? Извините, пожалуйста, приезжайте. Вот кто назвал гранат? Скажите, нар называется? Нар? Нар называется? Нар? Нар, нар называется. В чью голову пришло обозвать плод военным термином, вот не знаю. Надо покопаться в этимологии. Но пока что не об этом. Нужно же эту песню разучивать. Задача-то какая стоит? Во-первых, выучить песню. Во-вторых, понять вообще, знает ее кто-нибудь или нет. И в-третьих, подтянуть произношение. Азербайджанский – сложный язык. Ну, по крайней мере, для меня. Поэтому заходим, смотрим, кто есть где, чтобы попеть песню. Салам. Алманатым харала, алды сарала, сара. А? Знаете? Азербайджанская, да. Азербайджанская песня? Алманатым харала, алды сарала, сарала. Хоть одно слово понятно, которое я пою? Дагларда да дан да марала атермакейна. Непонятно? Нет. Ни одно слово вообще непонятно. Нет. Алманатым харала сарала. Дагларда дан дан да марала. Или нет? Дагларда дан да марала. Так? Атермакейна. Вы ее поете на свадьбах? Да, да, конечно. А танцуют люди? Да. Знают люди? Да. Я вас прошу, помогите мне правильно произносить слова, потому что у меня ощущение, когда я пою, они вообще слова не понимают, что я пою. Вот, дагларда, дагларда, алманетым харала. Харала. Не хэ, а хэ. Харал да бол, на берегу. Алды сарала. Сарала это? Алды, нет, калды. Калды. Калды.